Такая вот бесплатная стоянка. Кто приезжает в Славянск на соленое озеро Рапное. Огромная стала стояночка. Приехали бесплатно, машинку поставили. Вот. Для детей такой большой батут надувной сделанный. Есть медпункт, кафешки, где продаются чебуреки, напитки, мороженое. Есть кафе с функцией столовой, типа первые, вторые блюда. Славянск, соленые озера. И здесь в округе можно снять себе жилье в пределах 60, 70, 80, 90, 100 гривен в сутки с человека. Можно снять квартиру посуточно от 300 гривен в сутки. Всем пока. Всем крепкого здоровья.